Приветствую вас. Я думаю, что здесь все достаточно просто в том плане, что вы это ваши чувства, вы это то, что вы хотите, вы это то, что вам нужно, вы это ваше желание, вы это то, что вы сами себя ощущаете. И, соответственно, истинные вы, это ваши чувства. Но не нужно думать, что чувства и эмоции, которые вы испытываете, являются чем-то постоянным. Эта история меняется, эта история видоизменяется, эта история течет, эта история эволюционирует, эта история движется, и вместе с ней движетесь и вы. Поэтому истинной вас не бывает. Вопрос вообще, на самом деле, некорректно поставлен. Если вы не чувствуете себя, то необходима работа с эмоциональной сферой, с эмоциональным интеллектом, чтобы научиться прислушиваться к себе, научиться прислушиваться к своим именно чувствам. И тогда вы и сможете найти себя не истинную, а настоящую. Но настоящую только на данный момент времени. Истина, она же непреложна. Истина, она догматична. И, возможно, не случайно вы использовали слово «истина» как, так сказать, средство догмы, а не настоящую как средство бытия. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.